Омск. Далек от столицы, но близок к Романовым. Сибирь – отдельная страна. В ней все великое. Ее просторы, ее природа, ее загадки. В истории Томска есть судьбоносные события, которым город обязан дому Романовых. В истории дома Романовых есть тайны, которые связывают их с Томском. Томск – город, основанный в 1604 году. Возрастал как военная крепость. Превратился в крупный торговый и научно-образовательный центр Западной Сибири. Первый официальный визит представителей царствующей династии в Томск свершился в 1868 году. В Томск прибыл великий князь Владимир Александрович. До середины XIX века российские правители и их ближайшие родственники отправлялись в Сибирь исключительно в ссылку, а может, и для свершения подвига молитвы и покаяния? С Томском связана одна из самых таинственных страниц летописи царского дома Романовых. По преданию, император Александр I инсценировал собственную смерть и скрывался в Томске под видом старца Федора Кузьмича. В 1891 году Томск посетил будущий император Николай II. Во время своего визита Николай Александрович посетил могилу старца и попросил написать «Благословенный старец Федор Кузьмич». Важным во время визита в Томскую губернию для цесаревича было и посещение села Семилужное, место, где в 1702 году было явление его небесного покровителя, святителя Николая Чудотворца. Но Томск стал и местом загадочных встреч для будущего императора. В один день в далеком сибирском городе встретились два русских святых, а еще жертва и палач. Оказавшись в Томске, цесаревич стоял в двух шагах от Якова Юровского, мальчишки, который находился в толпе встречающих, и особым взглядом смотрел на Николая Романова. Почему Томску, с одной стороны, было суждено стать городом, который стал местом молитвы для Александра I, замешанного в смерти императора Павла? А с другой стороны, воспитать цареубийцу, который прекратит весь род Романовых? Случайностей не существует. Все на этом свете — либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвестие. Вольтер.